Эскиз написан вот так, для себя. Друг подходил ноты, проиграл первые фразы, и режиссер убедил его, что это именно то, что нужно. В тот момент ни режиссер, ни композитор не подозревали, что у этого вальса сложится очень счастливая судьба. Популярность вальса – загадка и для автора, и для режиссера. И как-то Лазарев сказал о том, что этот вальс – тончайшая паутина из звуков, сотканная из грез и пыли, порывов. Oh,
Thank you.